представляете? Такой, да, немножко странный, да, сейчас зонтик? Моросящий, обращение, да? Моросящий. Ну ладно, что поделать. 40 где-то один, да, сейчас 42 градуса. Стабильником. Солнце в зените, нас палит, мы с утра снимаем. Мы, короче, решили, ну, на свой страх и риск сорваться в Ахтау. Не снимать в зоне комфорта. Реально сорвались. Приехали с самолета сразу сюда, на локацию. Я хочу просто это видео посвятить тем говнюкам, мягко говоря, которые ставят дизлайки на наших клипах. Спасибо вам большое. Поднялся вот до этой точки, типа прямо теперь по камере шел. Нам надо задушить этот гнев внутри. Нам надо заслужить то, что выбрали. Нам надо не спешить делать выводы. Ты моя гавань тихая, я динамит. За твою боль и слезы ты меня прости. Я сам порой курю от своей прямоты. Дальше у нас падение идет без оружия. В этом мире для меня есть только ты. Лиловая роза упала, как я уходил. Одинокая. Ты у двери не сказала вернись. Я ушел, но сердце здесь. Буду любить, пока я есть. Лиловая. Я ушел, но сердце здесь. Буду любить, пока я есть. Лиловая. Лиловая. Нам надо сохранить Божий свет внутри. Нам надо дальше жить истинной любви. Нам надо принимать наши минусы. Понять, что просто портит все. Приливы гордости. Начали. Мотивы совести. Искренним голосом докажет то, что мне нужна лишь только ты. Лиловая роза упала, когда уходил одинокая. Ты убери, не сказала вернись. Я ушел, но сердце здесь. Буду любить, пока я есть. Лиловая. Лиловая. Следующие 12 миллиметров. Просят держать стендбай, как принято. Знаю, что это конец смены. Всем спасибо за эту тяжелую смену.